вообще видел, какая дата? А, ты чё? 30 число, мы Лёхе до сих пор ничего не сняли. Бля, подожди, а мы должны были? Ну, мы вообще собирались. Я забыл. Давай, все, снимаем. Ладно, давай, заходи и придумаем, что сейчас делать. Ну что, пошли посмотрим, что там в интернетах актуально, может, найдем что-то для Лёхи снять. Давай, что там? Ну что, так. Можем посмотреть этого Вячеслава Крапышевского, который Лёхе нравится. А, этот, который говорит про странных людей? Да. А, отлично, давай. Вячеслав Крапышевский. Вернышевский. Всем здравствуйте! Я хочу вас поприветствовать на очередном еженедельном стриме встрече любителей антропологии. И сегодня ровно в 20:00, а значит через 5 минут мы начнем нашу увлекательную историю. Поговорим про древнего человека Алексея Homo sapiens Житкевича и его пути размножения. Алексей, ты опять насрал мимо туалета? Нет, давай что-то другое. Пизду этого Кончневского. Давай посмотрим, что по телеку. Может, там что-нибудь вдохновимся? Сижу на хате с повыленным салатом, звоню Антохе с вопросом пиздатым. Йоу, Романыч, вопросики есть? Надо Леху поздравить. И салатик да есть! Он родился. Когда? 31 числа. Мясной. Что? Салатик сюда. Мы так ничего и не... Стой! А ты кто? Ваша немецкая швайна нас кинула. Я за него. Окей, окей. Так вот, мы так ничего не сняли. Чего вы не сняли? А что вы снимаете? Ну, мы пытались снять поздравительное видео для нашего друга Лёхи. Хуйней страдаете, пацаны. Но есть дело поважнее. У меня есть груз. Какой груз? Его нужно доставить.
Какой же груз? Я не могу тебе сейчас показать, здесь небезопасно. Нам надо отъехать. Хорошо. Веди. Здесь спокойнее. Пошли, покажу. Пошли. Это будет опасное дело. Вы готовы рискнуть? Ради Лёхи, да. Я сама довезу.